Ну что, всем привет. В общем, выбрался я в очередной раз на рыбалку. Сегодня приехал на водоем, на котором я уже бывал, в принципе, не раз. Но никогда у меня здесь не было особо успешной рыбалки. Много раз приезжал я вот сюда на Миляк. Здесь глубина буквально вот сантиметров 50, наверное. Не знаю, ну, может, местами на русле и больше есть. Здесь недалеко впадение воды. Приезжал я, в общем, сюда много раз. Думал вот здесь именно порыбачить, но в итоге уезжал отсюда, потому что начинал когда джиговать, ну прям видел, что глубина никакущая. Думаю, нет, поеду на глубину. И так было буквально несколько раз. Но сегодня я сюда приехал целенаправленно на этот Миляк, потому что сейчас весна, нерест, ну вот эта вся тема. И думаю порыбачить именно здесь, в этом месте. Взял снасти, ну в основном на сазана попытаюсь поохотиться. Ну и джиг, поплавочка, все как всегда, у меня всегда снасти, вы знаете, все при себе, чтобы не оказаться так, знаете, что какая-то рыба там лучше клюет, и у меня снастей на нее нет, у меня всегда все при себе, и черви, и кукурузы наварил, в общем, сейчас закормлен какое-то одно место, и туда прям установлю донки. В одно какое-то закормленное место. Но, наверное, для начала сейчас джиг сооружу. Пробью дно, чтобы не было всякой травы на дне. Там найду такое место более-менее ровное. И туда уже заброшусь. Все, поехали рыбачить, а то утро уходит. Утренний клев. Давайте начинать, в общем. Поехали. Вот видите, как я и говорил, сделал самодельные вот такие кофры. В интернете насмотрелся. Спасибо Бересневичу. Подсказал такую тему. Так, потом сделал баул еще огромный. Я такой все думал купить. Смотрел, искал. То слишком маленький, то слишком большой, то слишком дорогой. Потому что они стоят просто каких-то нереальных денег. Также вот из такого ПВХ сделал еще баул себе. Потом увидите на рыбалках. В общем, по полной программе подготовился к этому сезону. Будем рыбачить. Сейчас запрет нерестовый весенний. Поэтому пока вот такие водоемы, где более-менее можно порыбачить. Так, собрал три донки. Одну буду на червя ставить, там, не знаю, карась, не карась. А две все-таки на сазана сделал.
Сейчас спиннингом быстро пробью. Где здесь какое дно? Ну, кстати, какая-то рыба дохлая, толстолобик. Плавает. Сейчас быстренько дно пробиваю и забрасываю. Почему-то толстолоба дохлого прям полно. Вон по берегу. Вон, смотрите. Вон. Несколько штук. Непонятно, почему так. Обычно карась. Кстати, был я недавно на одном водоеме. Ловил там судачка. Ловился мелкий судачок. И, в общем, там вот тоже шел нерест. Конкретный карася. Еще нигде не было нереста. Но там водоем маленький. Вода хорошо прогревается. И там, в общем, карась нерестился прям неистово. Плескался там, бультыхался. И дохлого его полно было. Весь берег в карасе, в общем. Ну, там прям выпрыгивал сам на берег. Люди ходят с подсаками, пытаются его поймать там. Смотрите, какая здесь картина. Караси вот так вот. А вон они, видите, прям в траве. Хоть ходи и собирай руками. Вот они, смотрите. Крупные карасики, кстати, смотрите. Вон они, в кустах нерестятся. Но им сейчас точно не до клёва. А вот это, ну, скорее всего, это они сами на берег вылезли. Я так думаю. Смотри-ка, клюнул судачок все-таки. Даже не ожидал я, если честно. Ну, мелочь он, вообще там с ладошку. Ну вот, рыба этих мест. Ну, берет, смотри-ка. Вроде бы уже не утро далеко. Берет. Эй, отдай. Отдай, блин. Вот острые зубы. А, такой судачок. Через пару лет подрастут. Приеду их здесь ловить. Короче, такая история. Сейчас закину кукурузу. Да куда смогу добросить. Решил вот сюда прям бросать. Ну, здесь как русло идет. Вот так вот и буду туда бросать, прям на русло. Да куда доброшу, в общем, прикормку, туда буду и донки ставить.
закидываю не очень далеко, поэтому придется сидеть потише, сильно не шуметь здесь. Вот солнце вылезло, теплеть начало, и начинаются нерестовые движения. Вот там вот где-то на противоположном берегу, вот здесь вот где-то. Сейчас прям там все закипело аж. Да туда я, блин, поплавочку не могу добросить с новым поплавком. А закидушки туда кидать, ну не знаю. Блин, там скорее всего зацеп будет. Мелко и камыш там. Там глубины даже по колено нет, поэтому я говорю, я там вижу какие-то темные пятна. И не пойму, какая это рыба или стайна карась, либо это какой-то крупняк. Может быть, сейчас прогреется вода посильнее. И вот здесь начнут ходить амуры, сазанчики. Есть такой вариант. Обычно весной так и бывает. В общем, вернусь, посмотрю. Вот здесь, в общем, рыбы немерено. Здесь у них нерест, видать, проходит. Они здесь кучками. Вам сейчас на камеру не видно, разумеется. Мне, в принципе, тоже. Когда вот сюда я сейчас поднимусь, я буду видеть, потому что я в очках поляризационных. А вы все равно не будете видеть. Но я постараюсь снять. Может, очки как-то подставлю, не знаю. В общем, одну домку сейчас поставлю. И удочку заброшу тоже. Именно вот сделал такую снасть. Лепешку насадил. Она будет поверху плавать. В общем, сейчас все покажу. В общем, вот такая снасть. На двух крючках будет кукуруза. Ну, здесь мелкие крючки. Я просто поставил кукурузу, чтобы всякая мелочь не смогла зацепиться. Ну и лепешка. Ну, на лепешку 100% будет мелочь клевать. Сейчас соберутся толпой. Ну, надеюсь, что и амур подойдет. Вот там ходит какая-то рыба. Там видно и мелочи полно прям важного. И там вода нет-нет закипает. Там стоит какая-то стая. То ли амуры, то ли толстолобы. Непонятно, конечно. Видели, вода закипела. Все, в общем, крючок будет лежать на дне. Лепешка будет рядом плавать. Ну и плюс два крючка с кукурузой. Но, правда, очень мелких крючка. Ну, так поставлю и все. Ну и донку не знаю, или сейчас поднимусь наверх, посмотрю, где именно косяк, туда заброшу.
Либо здесь же где-то рядом. Ну, потому что я видел, что вот здесь вот прям толпа ходит, огромная рыба. Вот здесь вот поплавок, вот он, в общем. Не знаю, что-то не фокусируется, да, по-моему. А вот она, лепешка, плавает. В общем, поплавок, лепешка. А вот здесь стоит толпень рыбы чуть выше. Там аж темное пятно такое. Но не знаю, что за рыба. В принципе, если амур будет, думаю, лепешку должен хапнуть. Короче, не знаю, будет видно или нет. Но вот здесь стоит толпень. Блин. Не. Но я в экранчик ничего не вижу. По крайней мере, может быть, вот так очки подставить. Так. Сейчас. А, ушли чуть на дно. Вот здесь где-то в этой области. Сейчас, если поднимутся, покажу, в общем. Ну вот, блин, пошел прогуляться. Пришел, здесь что-то закидушка. Одна снесена, потом поплавочку куда-то унесло. Короче, нашел я там рыбу, где стоит прям толпами. Правда, я понять не могу, что за рыба, то ли сазанчики, то ли... А, ничего себе, куда унесло, а рыбы нет. Вот здесь, смотрите, надо же, столько сидел, ни одной поклевки. Только ушел и началось. Ладно, нашел я, в общем, как говорю, где рыба стоит. Сейчас пойду пару снастей туда оформлю, там прям массово. Так, кто здесь? Есть, нет? О, куда утащил? Ничего себе, на тот берег, кажется. И пусто. Или не пусто? Смотрите, куда утащил. А как так? Прям под берег. Кто-то есть. Вау! Есть! Да ладно! Блин, вот эти бы закидушки убрать. Как я его вытаскивать буду? Ох, ничего себе. Что это? Что-то, по-моему, не крупное, да? Что-то так плесканулось не крупно. Блин, надо же, дождался я все-таки свою поклевку. Вот, лишь бы в камыш не пошел сейчас. Прикорм делает свое дело. Лягушки. Так, сейчас потихоньку, потихоньку. Ничего себе там махина. Эй, куда пошел, блин? Норовит, смотрите. А у меня там два крючка еще. Блин, надо в воду заходить, что делать? Чтобы вывести. Блин. О, амур. Блин, выходи, дружище, выходи. Амура поймал. Вот она. Так, ну пока он не сопротивляется особо. Ну, сейчас, чувствую, начнет. Ух ты, хороший. Ага, не сопротивляется. Блин, надо было закидушки убирать. Смотрите, какой классный. Блин, и подсака нет. Ничего себе. Вот это махина. Так, 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 дружище. Давай не будем. Вот давай только без этого. Ну, я поклевку прозевал, конечно. Чё уж тут говорить. Ну все, все, сдавайся. Не, не хочет. Вот это махина.
Не-не-не-не-не. Блин. Здоровый. Не знаю уж сколько там, килограмм 5-4. Ну-ка, тормози. Так, тихо. Давай не будем. Нифига себе. Вот это мощь. Фу. Ничего себе, крючок вошел нормально так. Вот это махина, смотрите. О, надеюсь, никто не видел этого. Сейчас. О, смотрите, какой амуряка. Здоровый, да? Да, блин. О, какой. Вот, все-таки поймал я сегодня амура. Такого. Сейчас я еще пойду туда, поставлю снасти. О, смотрите. Какой. Здоровый. Амуряка. О. Все, короче, вы знаете, да, что я с ним сейчас сделаю? Я даже садок с собой сегодня взял. Подсак забыл, но зато взял садок. Но такую рыбу с озер я не беру. Все. Ушел амуряка. Меня всего уделал. С головы до ног. Весь грязный, еще в белой майке. Фу, класс. Ну вот, повезло, пока ходил туда-сюда, здесь поклевка случилась. Сейчас все равно туда я одну донку поставлю, которая с кормушкой, и удочку, поплавочку, наверное, тоже туда закину. Вот чешуя его, этого амурика. Ну вот такая вот, парочку скину. Все, пойдем дальше рыбачить, в общем. Ко мне ползет. Любят они вещи заползти и потом с тобой до дома ехать. Помните, как у меня в одном видео в машине змея вылезла? Вот это тоже ко мне ползет. В тенек куда-нибудь хочет залезть. Сижу, тишина. Вон там, под тем берегом, амуры ходят. Прям толпой они. Я кинул сюда лепешку. Перенес удочку. Там мелочь долбит и все, короче. Смысла нет. Ну, здесь, короче, этот гусь плавает. И рыбу шугает прям. Они начинают трогаться. Но я сижу здесь тихо. И вижу прям спины, короче, огромные. В общем, начала рыба сюда подтягиваться. Именно в это место. Так что жду еще поклевки. Вот здесь где-то стоят они, ближе к тому берегу. Но думаю, на прикорм должны сюда подойти они. Ну что, все, наверное, буду домой собираться. Клева нет, ну, как и положено, весной. Три снасти здесь поставил, все туда высыпал, всю кукурузу оставшуюся. Рыба проплывает, цепляет просто леску. И не клюет. Вот эта вот толпа, то, что там плавала, я думал, это амур. Кидал лепешки, там все такое. Оказывается, это толстолобы были. Кинул прямо, короче, в толпу донку забросил. Они как давай из воды, короче, выпрыгивать. Блин, цепляется рыба, вон они там толпами ходят.
Если бы не офсет, то уже бы забагрил кого-то. В общем, это был толстолоб, не амур. Так, в общем, поклевок больше и не случилось. На поплавок ни одной рыбы не поймал. Это вообще нонсенс. Ну, я говорю, это весна. Сейчас рыба на нересте. Не до этого. Все, в общем, поехал я домой. Сейчас буду собираться. Вам спасибо, как всегда, что посмотрели, за ваши комменты. Огромное спасибо. Все читаю. Следующий выезд. Еще куда-нибудь дальше поедем. Куда-нибудь ближе к водохранилищу. Поищем рыбу. Может, как раз уже отнереститься более... Ох, ничего себе, я там кого-то... Прям на кого-то положил я там снасть. Да, если бы не офсет, наверное, и забагрил бы сейчас. Все, в общем, всем пока-пока. Давайте увидимся на следующей рыбалке. Теперь буду ездить почаще.